Я столкнулась с тем, что попала в больницу в кардиологическое отделение по скорой. Мне нарисовали диагноз, что у меня стенокардия, что у меня аритмия, у меня действительно прыгало давление страшно. В общем, оно мне мешало, все это мне мешало жить. И в какой-то момент, когда у меня был приступ достаточно тяжелый, он продолжался 14 часов, мне пришлось вызвать скорую, я ничем не могла его остановить. Скорая сказала ехать в больницу. В больнице меня по протоколу привели в нормальное состояние. Когда я вернулась из больницы, я столкнулась с тем, что все вернулось к тому, с чего начинали. И ночные приступы, начинается давление, и невозможно дышать, и оно колотится, и ничего не помогает, и приходится вставать, а сна нет. А мне надо ехать на работу, а я не выспалась. А если я не выспалась, то значит я никакая. И я могу... Ну, то есть я практически недееспособна. У меня есть племянница, и она мне сказала про клинику доктора Ведова, что есть такой замечательный доктор, а там есть такая замечательная Михре, вот, который с того света людей вытаскивает. Ну, когда Михре начала работать, то... Все ощущения от ее бесконтактного, когда это было бесконтактное воздействие, у меня были очень сильные. И буквально на третий раз я вдруг обнаружила, что я сплю 7 часов подряд, что я высыпаюсь, что я здорова, что я могу подняться по лестнице, не выпучивая глаза от напряжения. И вдруг я обнаружила, что мне это легко, то легко. Я не плетусь по стенке, что у меня нету страха, что меня сейчас накроет вот этот вот какой-то приступ удушья или еще чего-то, или вот сжение, которое бывает при стенокардии. Это нечто фантастическое просто. У меня такое впечатление, что у меня выросло новое сердце, что у меня выросли новые ноги, которые стали двигаться, ходить. И я... С тех пор вот, я вообще забыла, где лежат эти лекарства. Я забыла, где лежит валидол. Я стала нормально спать, я стала нормально двигаться, я много успеваю. Я забыла о скачках давления вообще. Я к Михре обязательно приду, но не только потому, что я бы хотела просто, чтобы она посмотрела, в каком я состоянии. Все-таки год благодаря ей я живу. И живу более чем полноценно, и не побоюсь сказать, более, может быть, энергично, чем люди, которые моложе меня раза в два. Ее сеанс – это еще колоссальное удовольствие. Это необычайно какое-то красивое и очень приятное ощущение, когда твой организм меняется, и ты можешь это контролировать и отслеживать. Я действительно советую всем, не исключая классическую медицину, попробовать пройти вот такой курс лечения и посмотреть, что будет. Пройдите курс заранее у нее. Она потрясающий человек, как профессионал, как целитель. А кроме того, она еще очень чистый человек. А это очень важно, когда целитель работает с больным. Результат оказался фантастическим просто. Здоровая. Представляете? Вы представляете, да? Год вообще ничего. Я очень прошу Всевышнего, Вселенную, чтобы он вас сберег ваш дар. Но пусть вас Вселенная бережет, и дар ваш бережет, и чтобы у вас все хорошо было.